В эту пятницу, несмотря на пасмурную и унылую погоду за окном, настроение у нас все равно будет приподнятое, ведь впереди выходные. Итак, о погоде в Магнитогорске. В пятницу здесь ожидается пасмурно. Утром от минус 8 до минус 2 градусов, днем потеплеет до 1 градуса мороза, к вечеру не холоднее минус 3 и без осадков. Белорецкий Абзаково от минус 6 до минус 2 в течение дня, и здесь будет пасмурно. Ну а сейчас традиционно погода от народа. И возвращаемся к погоде на Урале. В Сибае ночью до 6 градусов мороза, днем здесь будет до 0 и солнечно. В Челябинске минус 10 рано утром и до 0 днем, к вечеру возможен небольшой снег. На этом у меня все, я желаю вам отличных и насыщенных выходных. До завтра!